вот вы сейчас примерно, так сказать, по стоимости, по срокам, да, и по стоимости, и по срокам находитесь, Люда на год больше выступает, да, где-то? На... Или на полтора? Нет, нет, получается весной. На один сезон всего нас. На один сезон ты раньше, весной, да? Я пришла осенью. С того момента, опять же, так сказать, люди, которые за вами следят, в том числе и я, значит, вот вы себя в определенные рамки вогнали, и в этих рамках вы находитесь, так получается, да? Или нет? Почему? Или... Рамки? Да я к тому, что рамки чего? Вопрос следующий будет совершенно из другой оперы. Фотографий ваших художественного, так сказать, изображения мало. Может быть, и вы не фотографируете из-за того, что, так сказать, это немножко поднабираете, и поэтому не фотографируетесь. Расскажите вот поподробнее обе, так сказать, да ваши, знаете, версии. Даже если рассматривая не какие там несколько сезонов, даже этот сезон, несмотря на то, что мы в отличной форме были в межсезоне, да, кстати, указано вами же. Все в порядке было. Основной упор, я говорю, почему фотосессии нет? Наверное, потому что пусть люди все-таки приходят на соревнования и смотрят, и тем более кривляться лишний раз, ну, как-то нам не по душе. Хочется, думаю, да, действительно, хочется оставлять спорт спортом и не делать из этого рекламы, не делать из... Ну, вот. Не, секундочку, нет, это уже противоречие, это, так сказать... Хорошо. Реклама сама по себе, она уже идет, как только вы вышли под свет софитов, реклама с этого момента уже началась. Вот под светом софитов пусть она и будет, а не в социальных сетях. В социальных сетях. А что там у нас в социальных сетях? Ну, мне лично, я понимаю, что это нужно делать, понимаю, что нужно... Я присоединяюсь к тебе. Да, что это нужно делать, но я лично сама не очень люблю. Как не любишь? Тем более тенденция у нас сейчас голых тел, и, как правило, фотосессии все оголяются до... Вот, мне кажется, границ даже иногда не бывает. Границ нет, да. Один из пунктов, да. Один из пунктов, да, который все-таки нам не... Который обращает нас в протест. Да. Протест, хорошо, а, скажем... Я сейчас являюсь представителем какого-нибудь средства массовой информации, популярного в России, и предлагаю вам, так сказать, расположиться на обложке, ну, с, допустим, я не знаю, там журнал, какие там эти желтые журналы, Speed.info, допустим, говорю, располагайтесь на обложке, я вам готов определенную сумму денег заплатить. Но, соответственно, так сказать, ваши обложки, давайте какую-нибудь надпись напишем интересную для того, чтобы заинтересовать наших читателей и поднять наши продажи. Как вы к этому предложению отнесетесь и за какие деньги вы отдадитесь мне в мой Speed.info? Такое слово страшно. Сумма зависит от того, какая будет надпись на самом деле. Не, ну какая надпись? Это целесообразный вопрос. И какой формат съемки в том числе. Да. Если же это условия какие-то там с полуголым телом, там открытые... Естественно, здесь. Естественно. Ну, естественно, только я так. Сразу скажу нет. Вот и так. Все. А Люда, значит, сразу не скажет. Она будет обсуждать условия контракта или что? Нет, подожди. Оля четко, понимаешь? Оля четко сразу. Она даже не успела сказать этот вопрос до конца дослушать, сказала нет. А Люда сказала, не что торг... Не успела дослушать, уже сказала, да. Сказать, Люда говорит, столько, союз печа и орала, да. Делайте ставки, так сказать, господа. То есть ты готова, так сказать, или как, нет? Просто я немножечко подзабыла формат Speed.info, и сейчас я понимаю, что там действительно позволительны такие фотографии полуголые. И да. Я бы, наверное... Мне молодой человек даже не позволил бы, поэтому я как-то в эту сторону даже у меня голова не сработала. Да, поэтому, то есть даже если... наверное, даже вдвоем все равно. Я просто даже не сработала, понимаете? Не сработала, не сообразила. Нет, давайте так все-таки. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Я все-таки представляю определенный, так сказать, вид индустрии, в том числе ваш, так сказать, там кормилец до определенной степени, можно так сказать. Он заинтересован, чтобы, так сказать, лица компании его появлялись не только в период подиума, софитов, судей в синих там пиджаках, так сказать, с красными рожами и с перегаром, так сказать, еще и другие моменты, когда идет сопровождение, подготовка и все остальное. Не видно вас. Ну так, Люда еще где-то что-то может там что-то из какого-то архива достать какую-то заначку. Оли вообще нету. А то, что есть. Я не знаю, то есть я бы руки поотрывал тому фотографу, или кто-то их обрабатывает. Не только руки, но и ноги, там и все остальное. То есть так и
не знаю, спохабить то, что красиво, это надо умудриться. Мы будем работать, во-первых, еще и вот это, знаете, неизвестно, да. Где ну, должен быть специалист, профессионал хороший. А еще один из моментов, это то, что, например, вот, ну, мы все равно у нас спортивный взгляд у нас. И мне, например, как спортсмену хотелось бы... То есть я выступила, кто-то меня сфотографировал, выложил, сказал, о, она молодец. Я такая подумала, хорошо, спасибо, я молодец. А если я себя фотографирую, иду на фотосессию, сама создаю свой образ, выкладываю фотографии, это получается моя подпись, я молодец. В данном случае не молодец, а ты просто молодец. Это не противоречие, в этом все и дело. Что я понимаю, когда я говорила, что я знаю, что это нужно делать, я как раз для этого и хотела сказать, что и для этого нужно, чтобы знали, кто я такая. Но лично я не очень люблю это делать. Я не люблю ставить на себя бирку. Я молодец, смотрите, какая я классная. Мне бы очень было здорово, если бы кто-нибудь этим занимался. Нет, замечательно. Я не была бы против, но сама за себя я не хочу. Да нет, ну за себя? Не могу. Хвостовством заниматься. Это не хвостовство. Коля, у тебя еще хуже ситуация. То есть я говорю, то есть ситуация в чем заключается хуже? То есть я говорю, Люду еще можно там, говорю, где-то выцепить. Тебя выцепить совершенно нереально. То есть в последнее время, может быть, там еще что-то можно, так сказать, увидеть на семинарах, которые ты там с участием твоего организуют, еще что-то. То есть еще, слава богу, как бы что-то пошло. А, слава богу, причем и для тебя, и слава богу, для тех, кто... У тебя есть реально, так сказать, возможность. Я вот сам опрос когда замутил, я считаю, что самый правдивый был нормальный опрос. То есть с точки зрения определенных инструментов и оценки там, сказать, и возраста голосующих, и на каких сайтах, интернетах сидят туда-сюда вот это вот дело. То есть реально твой потенциал гораздо выше, чем у тебя на самом деле есть, и ты этот потенциал не организуешь. Я тебе ничего не навязываю, просто как бы от твоих поклонников передаю тебе привет. Там как я передаю король привет в этом, как и с Иван Васильевич меняет профессию, блин, так сказать. И, так сказать, надо что-то все-таки поменять в положительную сторону в этом плане, конечно, мне кажется. Конечно, будем развиваться, учитывать все это. Раньше, может быть, не было такой цели, таким образом себя пиарить. Все-таки мне не хотелось бы, чтобы информационно через интернет и мои фотографии и занималась саморекламой и говорила, вот я участвую. Слушайте, в бикини, девочки, вы уже достали, меня, честно говоря. Скромность, понимаете? Нет, вот, это не скромность. Секундочку, какая змея скромность? Сидят две красивые девушки, одетые, нафуфыренные, так сказать, все то самое. Прекрасно выглядящие там туда-сюда, в силу, так сказать, даже при плохом освещении, в качестве, так сказать, не очень хорошего сопровождения в виде меня, и мне рассказывают про какую-то скромность. Ребят, если вас природа, девочки, одарила уже определенными вещами, то, наверное, это уже как бы скромность, она не совсем уместна, да, и я думаю, что надо все-таки перестраиваться, и для того, чтобы вам было получше перестраиваться, следующий вопрос для обоих, можете одновременно отвечать, можете не одновременно отвечать. Есть продукты питания, которые я услышал, что вы много едите курицы, много едите яйца, так сказать, поэтому уже Люда уже желтая стала, так сказать, как цыпленок. Я почернела. Да. А ты как этот самый, черная курица у этого. Почернела. Как его-то, господи, рассказ-то. Ну ладно, опускаем этот момент. Давайте-ка расскажем, что мы помимо курицы и помимо яиц еще кушаем. Ну, обязательно. Из такой пищи и не из такой пищи. Клетчатка у нас овощи, обязательно присутствуют огурчики. Овощи это картошка? Капустка, огурчики. Ну так и надо уточнять просто. Салат, да. Картошка жареная, пареная, вареная, как это... Ну, на загрузке, на картошка самом деле, может можно, быть, да? если форма готова, там, в двухнедельной готовности, а до турнира еще месяц, могу себе позволить покушать жареной картошки. Ну, я тоже картошки. Могу позволить, но не всегда хочется, конечно, это делать, потому что привыкаешь все-таки к диете. Так, овощи. Вот. Овощи у нас огурцы, в основном, я очень люблю их, поэтому, ну, в принципе, салат. Все остальное отлично. Салат это просто вот зеленая травка такая. Айсберг, да, айсберг, салат. Да, такая вот она. Водянистая. Не тот сладко разоправленный, да? Да, не оливье уж точно. Жалко. Ну, естественно, спортивное питание, потому что, опять же, указывая то количество белка, которое мы едим, да, в продуктах. Не, секунду. Вот уже противоречие, я вас ловлю сразу. 1,5 килограмма курицы. Так сказать, путем перемножения самого дебильного берем 10. Грамм белка на 100, значит, 1,5 это сырое, увалилось, получилось 1100, 10,
значит, 110 грамм белка, у вас и так получается, можно спортивное питание по белку не есть. Из того, что вы обозначили. Это, получается так, что это в идеале, если у нас если нам удастся всю эту еду носить с собой, а мы это у мужчин огромный контейнер, который они с собой таскают. Конечно, когда у нас не получается, да, я вот честно признаюсь, что 10, наверное, не доедаю сейчас. Я вот когда вы сказали эти сумасшедшие количество курицы, думаю, куда? У нас, да, у нас как бы обязательство такое, есть такое количество. Грамм 70 я увожу, остальное все. Это реклама птицефабрики, не знаю, какая может быть. Птицефабрики Георгия. Вот. Так что, добираем белок все-таки каким-то другим способом. Аминокислоты, да? БЦА. Ну, стандартный набор, мне кажется, да? Да, как и у всех, да. Существ. БЦА, аминокислоты. А БЦА как, в какой дозе, в пропорции? Вот именно от БЦА мне интересно. Потому что есть много вариантов употребления БЦА. От дозированного, как написано, до, так сказать, неограниченного. Ну, начнем с того, что дозировка на банках, там 2-3... Ну, это занижено. По 2 раза в день. Получается 6 грамм в день максимум. Но. Я просыпаюсь, у меня с завтраком вместе, чтобы не растягивать, но потом не откладывать, и как бы, ну, лучше больше, чем меньше. То есть ты сразу 6 грамм съедаешь? Ну, нет, да, лучше больше, чем меньше, я согласна. 6-8 утром, 6-8 до, 6-8 после, 6-8 перед сном. Вот так я кушаю. Вот то же самое. БЦА и аминокислоты. То есть БЦА у вас основное количество, так сказать, это много БЦА, да, у вас получается? Да. Так, что еще? Глютамин. Глютамин нафига? Глютамин? Зачем? Как зачем? Восстанавливать, чтобы... Лучше процесс восстановления шел у нас.